Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Управление ГИБДД напоминает, межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел на Химическом переулке в Кирове принимает граждан только по записи через портал госуслуг. За 8 месяцев этого года там и в других подразделениях МРЭО произвели почти 70 тысяч регистрационных действий, выдали впервые или заменили более 35 тысяч водительских удостоверений. Что касается выдачи разрешений на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, то это делается в электронном виде по ранее внедренному алгоритму. Трасса 101. Более половины российских автомобилистов стараются экономить горючее. Опрос провело Национальное агентство финансовых исследований. Самый распространенный способ сберечь топливо – движение без резких разгонов и торможений. Далее идут выключение кондиционера и пешие прогулки, вместо того, чтобы сесть за руль. Экономия в первую очередь характерна для владельцев машин с не очень мощными двигателями, а также людей старше 55 лет. Трасса 101. «Лада 4х4» остается в нашей стране самым приобретаемым поддержанным внедорожником, причем спрос на нее в конце лета немного подрос, информирует агентство «Автостат». Серебро принадлежит «Шевроле Нива», спрос тоже слегка увеличился. Третье место удерживает «Тойота RAV4», а вот его популярность прямо-таки подскочила, плюс почти 40%. Замыкают пятерку лидеров «Ниссан Кашкай» и «Киа Спортейдж». Трасса 101. Volkswagen собирается продавать в нашей стране семиместный минивэн Villaran. Длина машины, которая была представлена осенью прошлого года, достигает 5 метров 30 сантиметров, ширина 2 метра. В Китае авто оснащается бензиновыми турбомоторами мощностью 186 либо 220 лошадиных сил. В списке оборудования панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора, трехзонный климат-контроль. Трасса 101. Американские специалисты установили местонахождение Tesla Roadster, запущенного в безвоздушное пространство в феврале 2018 года. По их данным, машина сейчас летит где-то в 90 миллионах километров от Земли. Со скоростью более 80 тысяч километров в час она возвращается к нашей планете, совершая свой второй виток вокруг Солнца. По меркам астрономов, уникальный автомобиль сейчас представляет собой не что иное, как космический мусор. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.